Девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о брюках из новой коллекции у нас, появившиеся наконец-таки. Это брюки классические, ну как классические, они как бы спортивные, в то же время они вроде бы классические. Это брюки в размере XS, артикулы я оставлю внизу, я сейчас, кстати, совершаю прям просто подвиг, потому что на улице такая жара, только на равных у меня стекол прям веет вот таким вот жаром, и сейчас что-либо одевать плотно, это просто вот, ну, убийство для самой себя. Вот, значит, про эти брюки. Размер XS, поэтому постараюсь быстрее сказать. Вы можете зарегистрироваться, у вас будет скидка до 26% на всю продукцию, распространять не обязательно, вы можете заказывать для себя. Ссылку для регистрации оставлю внизу, и после регистрации за первый заказ по этой ссылке вы получите подарок. Это классические прямого кроя брюки с темно-синего цвета. Я как раз хотела, чтобы у меня было что-то, вот какой-то костюм именно классического цвета, синего, либо еще какого-то, потому что все, что у меня есть сейчас в моем гардеробе, это ярких каких-то насыщенных оттенков, красное, ну, такое пестрое, ляписто. Мне захотелось вот чего-то такого лаконичного, чтобы я могла одеть в какие-нибудь путешествия, поездки и так далее. Вот для этих вариантов, мне кажется, вообще идеально. Это не летние брюки, они немножко плотные, я бы даже сказала, не немножко плотные, ткань похожа очень сильно на какую-то такую вот ткань, как, знаете, не роба, а рабочая такая одежда. Вот ткань похожа на рабочую одежду. Но, говорят, после стирки они меняются в, как это сказать, меняются, то есть ткань становится мягче, они лучше сидят, гораздо мягче сидят, вот, то есть они сидят по-другому. На мне, опять же, повторюсь, размер XS, но на мне он смотрится, девчонки, мешковато, то есть я эти брюки буду возвращать. Объем бедер где-то у меня от 90 до 95 плавает, вот, поэтому, конечно же, идеально, если вы закажете на примерку себе, потому что, ну, нужно все мерить. Мне бы подошло, то есть подойдет девочкам, так качество мне очень понравилось. То есть вот опять же говорю, где-то в поезда, в какие-то путешествия, вот идеальный вариант вот купить такой костюмчик. Там у нас есть еще костюмом, джоггеры, это брюки уже с резиночкой вот здесь вот внизу, более спортивного такого стиля, это вот были более классического, и вместе с курточкой. Я тоже буду заказывать в размере XS, померю, если вдруг подойдет, я себе в любом случае оставлю. Потому что мне хочется прям вот именно, чтобы костюм был такого какого-нибудь классического оттенка. Так, что еще по поводу штанов? На мою попу, вот на мою комплекцию, они мне великоваты. Даже размер XS мне великоват, потому что смотрится мешковато. Мне бы хотелось, чтобы это был более вот такой вот зауженный вариант. Если бы они были бы мне вот более узкие, я бы их себе оставила. А так, если вы девочка крупнее меня попы, там, я не знаю, 97 сантиметров, даже если, допустим, они будут вам в облипочку, мне кажется, это даже будет симпатичнее смотреться. Ну, как бы я худенькая, у меня хорошая фигура, и мне не хочется мешковатые вещи носить, несмотря на то, что сейчас как бы культ на эти мешковатые вещи. Хотелось бы, даже пусть они были бы мешковатые, но не настолько мешковатые, как вот сейчас на мне смотрится. Я бы их с большим, превеликим удовольствием оставила, потому что мне очень понравилось, несмотря вот на вот эту вот интересную ткань, которая похожа как бы на рабочую одежду, но вот после стирки, опять же, повторюсь, говорят, что они будут гораздо мягче выглядеть и смотреться, и по-другому сидеть. Вот, то есть мне все понравилось. И вот на осень это идеально, не на лето, потому что тот написал в жару плюс 25, но я не представляю, как в жару плюс 25 можно это носить. На какие-то прохладные вечера, летние, на какие-то, не знаю, на осень вообще идеально. Колготки даже можно вниз одеть. Очень классные брюки. Всем рекомендую от души.